Всем привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост. Короче, уставший Ник Фрост, ночной смены, не спавший, но тем не менее, у меня есть где-то час времени и захотелось мне поиграть в Mortal Kombat. Вы знаете, у меня это все под настроение, и поэтому два вот таких отряда будет. Первый отряд это, знаете, разгребала свою папочку скриншотов со смартфона, а оно у меня все с компом синхронизируется. И наткнулся вот на такой скрин, сделанный 17.10, почти месяц назад. Я его себе сделал, ну, хотел ролик же снимать, да, а на эмуляторе не пошло. И я не играл этим Кано, вот хочу глянуть. Ну, а этот скрин я сделал вчера, чисто мне понравился наборчик, думаю, давненько я классическими ниндзюками не играл. Поэтому сегодня два вот таких отрядика. Время у меня, сколько сейчас на часах? 16.13, время у меня до 17.00, я надеюсь, успею записать два ролика. Так, где тут F11, по-моему, у него? Да, F11 на весь экран. Погнали, войны фракций. Так, это с моего прошлого ролика отрядец. Так, так, я там не сильно огромный. Камера моя не очень большая. Так, и Кано, который раньше был самым убогим Кано, сейчас он не убогий. Типа крутой Кано. По-моему, раньше у него был самый слабый урон среди всех золотых карт. Ну, возможно, не всех, но внешнего мира уж точно. Вот он. Теперь он, наверное, мега крутой красавчик. Давайте, я не знаю, какой отряд. Отряд номер два, что у нас тут было. Угу. Так, а ну-ка давайте зайдем в этот отряд. Там, я так понимаю, его надо с черными драконами ставить, но у меня их нету. При выполнении завершающих комбо-ударов головорез Кано наносит долгие по длительности увечья и ослабления. Кано считается членом черного дракона, и для каждого союзника он дает одно очко силы и плюс 15 здоровья в начале битвы. А нет у меня черных драконов, я так понимаю, это эти кабалы, которые у меня никакие. Поэтому забиваем на кабалов. И ищем кого-нибудь достойного приблизительно с его уроном. 50 тысяч стал. Ни хрена себе они его качнули. Блин, это же было такое ничтожество. Внешний мир. О, давайте мы добавим сюда внешнего мира. Угу, так. Рептал. Рептал пойдет, возможно, в следующий ролик. Так, кого бы такого добавить? Фу, Дивора, что ли, это? Охотник за головами уже недавно у него был, то тут и добавить-то некого из внешнего мира. Шаокана, что ли? Ну, Кано и Шаокан, это как это будет? Да, Гора недавно играл. Может, Ассасин Джейд? Это странно, но... Короче, вот такой дурацкий отряд. А почему бы и нет? И давайте, наверное, сразу же соберем и второй отряд для следующего ролика, где будут классические бойцы. И, я так понимаю, они, наверное, придется, наверное, золотых выбирать. Наверное, золотых мы выберем. О, ты еще зависни. Вот это называется. А, тут надо еще и щелчок делать. Коля поставил такие фильтры, что можно даже ни одного бойца не показать. Удивительно рядом. Так, классический отряд. Желательно, чтобы они все были золотые купола. Так. Классик, классик и Саб-Зиро классик. Да, а тут немного выбивается рептайл, так что рептайл идет лесом. Это я буду собирать потом. Где он, блин? Где он? Где он? Вот он. Так, ну сейчас такой отряд. Итак, выходим куда-нибудь в войны фракции. Ну чё, блин, давайте Кано вооружим. Это, конечно, немного неправильно. Но я хочу посмотреть на Кано во всей красе. Молоток ему. Молоток, молоточек. Броню ему. Боевой нож. Это же, наверное, Кано боевой нож. Я так, блин, давненько играл, что уже не помню. И экономия приема, как обычно. А ну давайте про боевой нож почитаем. Та-та-та-та-та-та-та. Всё. Кано Красавелла. Так, 59. Жир. Дивора пусть стоит первой, а это чисто на добивончик. Так, Дивора пусть всех там отравляет, поджигает. Кстати, я недавно, знаете, что сегодня, буквально сегодня прокачал. Сегодня или вчера. Этот самый.
Это так, отвлечение. Кобу дзюцу танин этот самый. Танину дровыняку. Вот, клинки кобу дзюцу. Десятый этот появился. Видите, сколько времени прошло, а у меня они только-только появились. Да, да, не буду им даже пользоваться. Ну, хотя, очередной повод сыграть, например, за Таню. Так, оса, 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 блин. Оса, укуси меня за волос. Так, так. Чё-то я ей не то дал, походу. Я всякую фигню, а ну, пусть будет для отравления, да? Вероятность превращения в неблокируемое с кровотечение отравления. Гивно. Так, где там ее поджиг, блин? Опустошитель и жарим. Отлично, Дивора упакована. Я постараюсь, кстати, меньше трендить во время боя, чтобы нормально тащить, а не как я могу. Как я могу все просрать? Та-т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 а. Броню. Ту-ду-ду-ду-ду-ду, броню. Где? Чё? Чё? Погодите, перчатка силы у нее, а кому же я дал этот самый? Ладно, пусть будет тактический жилет. Так, смотрим. Ту-ду-ду-ду. Ну, пойдет. С пивком пойдет. 5 битв. Так, будем мою камеру двигать или нет? Или не будем? To be or not to be. А-та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та-та. Надо какое-то и фиксированное место этой камере придумать, что ли. А ну посмотрим. Попал Николай или... Блин, где мой курсор? А как прикольно, с одного экрана на другой бегать. Погодите, с одного экрана на другой бегать. А как это в играх, когда я, например, играю, типа, в Call of Duty? Можно на тот экран перепрыгивать или нет? Курсор же, когда я веду мышку, он же ж не убегает от меня нахрен. Так, погодите, погодите, надо срочно глянуть, где мы там. Ничего, мы никого мы не закрыли? Все бойцы открыты? А, да, ура, мы все, всех видим. Тогда пошла жара. Иди сюда, get over here. Трон-трон-трон-трон-трон-трон-трон-трон. Лобысь. Кстати, у меня там еще окно открыто, но это чтобы я от жары не умер. Так что возможны звуки проезжающей мимо полиции. Город у меня такой, знаете, как мафии. Опасный. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ничего себе у нее скорость атаки. Бррррр, а ну сотенку набьем. Юсак, на тебе, кувалдой. Кстати, а как же супер этот боец мой Кано? О, рентген. А может я ими играл, но просто ролик не писал. Черт его знает. Офигенный боец. Лучшее обновление. Алмазный Кано. Кто бы мог подумать, это тот Кано, напомните мне, ребята, это тот Кано, который стоил 99 тысяч золотых, да, это его-то капнули, нифигово. Непонятный какой-то папап. Так, а ну, сейчас сядем ровно, чтобы не было сколиоза. Момент. Скалиоз. Скалолаз. Так, по-моему, я сильно закрыл свое хлебало этим микрофоном. Ай, больно. Ай, больно. Ай, больно. Ай, больно. А ну, get over here, bitch. Ну, блин, спецприемы отключены. Да? У него такое было? Точно, у него такое было. О, ничего себе, Кано валит, ничего себе. Лобысь. Регенерирует. Ой, блин, кто там? Там у них Джейд. Фу-фу-фу-фу-фу. О-о, а я первый. Блин, я быстрее, я не хочу умирать. Нет, не убивай мою няшечку, Джейд. Сольем Кано нахрен. Ха-ха, блин, сука.
Слили Кана. Кстати, иногда промахивается, если далеко стоять, то иногда может просрать рентген. Так, минус два бойца. Вот это поворот. Хоть бы выжила. Вот это поворот. А-та-та-та-та-та-та. Долбим, 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 долбим. Ну рискнем. Сука, не везет. Сейчас будет проигрыш. Ноу! Не, она еще живая. Ну вы это видите, какая злобная киска вышла, а? Че, рискнем? Рискнем ее первым приемом. Не везет Николаю. Но. Сейчас будет смертельный номер, ребята. Смертельный. Так, что там по времени? По времени у меня на второй отряд уже нет времени, но... Это дело принципа. 5 битв я затащу. Бля, буду. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Осталось на 3. Бой в сети. 3 и... 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7. Раз, два, три. Как это сделать? Пусть будет... Смертельный номер. 7 этих я затащу. Просто меньше трендим, больше делаем. Я молчу. Скарлет, блин. Нет у меня сейчас Скарлет. Все, все, бля. Все, сосредоточились. Чё себе? Метка она бьет. Чё-то жестко он так шмальнул. Ой, фу, диагональные свайпы, мои любимые. Блин, ну как так, а? Трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Во что бей, что не бей, ему ничего его не берет, блин. Мри уже, подлюка. Не, нифига себе, он не дохнет. Ну ты же от отравления-то должна регенерация с тебя спасть, верно? А-та-та-та-та-та-та-та-та, рентген. И ребра разрезал. Какой мощный ножик, а? Семь битв. Семь битв я затащу. 100 фунтов, Кана сливаем. Друн-друн-друн-друн-друн-друн. Это будет сложно. И специально не буду шмотки менять. О, Кана уровень получил, ничего себе. О, 53-53. Это как с это, блин, это совпадение. Эх, закрывает моя камера бойцов. Ну то ладно. Так, смотрим. 172 тысячи. У него тоже будет Кана. Кана против Кана. Я специально выпущу Кана против Кана. Че, братюни, как у вас дела? Прошли эту долбанную башню? Я вот-вот-вот, завтра, по идее, должен пройти... завтра, какое у меня сегодня число? 13 число у меня сегодня. И вот, думаю, завтра осилю. Башню ужаса, или как там она называется? Хлоббейс, блин. Тра-та-та-та-та-та. Хлобысь, не уйдешь, подлюкин. Надо было ей мол отдавать. Хлобысь, блин. Достала, думал не достанет.
Лобысь, а? Как я и говорил, Кану против Кана. Иди сюда, блин. А-та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 . Что то было? Так, почитать описание Кана. Куда он там делся? Да блин, долбанный этот Блустак. Че он так, блин, подтормаживает? О, ничего себе, слева, по-моему, с опозданием картинка меняется. Да, слева с опозданием, там, в долю секунды. Куда он там слился, этот хрен? Если у вас есть какие-то мысли, куда делся Кано, напишите. Возможно, это какая-то шмотка вас спасла, о которой я просто не знаю, так как... Ну, не слежу я теперь уж сильно за комбатом, на память все не знаю. Но это было интересно. Куда-то сдрыснул и вернулся назад. А если бы я рентген сделал, он бы умер навсегда или нет? Так, эта кобылка, как она мне не нравится. Ну что, рискнем ее приемом коснуть или не рискнем? Рискнем! Как повезло, что она атаковала в этот момент. Она все еще жива. Блин, не успел. Как отменить смену? А, как отменить смену, не хочу. Ты гля. Штрык! За километр начинаем делать прием. Штрык! Да. У меня шкан, ну, типа, супермашина. Спецприемы отключены, черт, надо им больше играть. Это ж годнота! Что-то снова подтормознуло. Так, 7 битв, братюни. 7 битв. О, нифига себе, что он делает. Я не знал, что у него такое есть. О, надо зайти хотя бы в Кана, в его эту мутню. Мутню под названием, которую я никак не запомню, как оно называется. Сейчас прочитаем. Подвиги. Так, ух ты, я тут что-то скоро открою. Ух ты, нифига себе, сколько тут карточек. Та не, 12 карточек, это долго. Ух ты, интерфейс. Интерфейс Блустакс. О, кстати, по поводу эмуляторов. Оказалось... Ой, блин, не глянул на соперника. Черт, оказалось, там в Ноксе народ пишет, что клавиатура там в Mortal Kombat не позволяет имя написать. Я-то до этого не дошел. Даже не знаю, что вам и сказать. Кстати, ну, есть что сказать. Я попробовал по Шурику это дело проверить. А у меня такое в мему было, я даже ролик создавал. Не получилось. Типа, отключить аппаратную клавиатуру, попробовать софтовую, или наоборот, отключить софтовую, попробовать аппаратную. Чё-то нихера не выходит. Везде пишет, кроме Mortal Kombat. И было принято официальное решение. Тупо забить. Гениально. Рама. По-моему, я с Рамой уже как-то сражался. Мама мыла раму. Короче, все, надо больше играть вот этим первым бойцом. Ух ты, блин. Ух ты, блин, ты какой злой. А это тот, который воскрешает? Он же ж не будет с драмовыми криомансерами играть. Или будет? Трум-трум-трум-трум-трум-трум. Блин. А он у меня будет рентген для той супер-классной чиксы. Главное успеть его замутить раньше ее, и главное, чтобы мой боец успел подбежать, а не издалека я махну этим самым и просру три полоски. Ого. А, ее талант спас, я думаю, что за... Что за ботва? Не, ну надо же. Не, ну мог криомансера выбрать. Я вот принципиально создам ролик, в котором сыграю криомансера. Идея для следующего ролика. Знаете, кем можно сыграть? Чуваками, которые раньше выпадали с серебряного набора. Это Криомансер Саб-Зиро. По-моему, Скорпион там какой-то, блин, был. Ниндзюцу, или как он там назывался. И... Так, какой-то бой уже.
И кто там еще? Джонни Кейдж. Короче, они все плюс 30 к жизням добавляли. Надо вот их найти и создать такую банду. И сплакнуть по тому прекрасному набору. Да, да. Сейчас вообще игры такие стали, блин, магазины выпилили. Только лутбоксы. Блин, я почти в каждой мобильной игре, которая у меня сейчас есть на смартфоне установлена, отсутствует магазин в классическом понимании. Только лутбоксы. Я не могу купить машину. Я открываю коробку, а там выпадают запчасти, типа схемы. Ну и так далее. Ну и в каждой игре своя хрень. Ярость дракона! А что это за такого... Как это... Карлина недавно, моя дочь, сказала, как этот цвет называется. Бирюзового цвета были... Это он сам себя бьет или что это такое? Мне надо повтор. Она что, перехватила мое комбо? Ребята, вам так не показалось? Моя Джей делала комбо, и она его перехватила, что ли? А ты, Юсака, я первый сделаю. Но было рискованно, мог и Шаокан сделать первым. Я не понял, Джей лупила комбец, оно среди серии остановилось, и та баба... Типа контратаковала. Я, конечно, вряд ли буду пересматривать, но если вы что-нибудь подобное видите, я не знаю, какая-то минута, сейчас мы глянем. Чё, 22-я минута, ни хрена себе. Если в районе 22-й минуты у вас какие-то будут подозрения, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, сколько там еще? Ага, малую еще забирать. Ще я час. Ду-ду-ду-ду, нет у меня ни Кабала, ни Скарлетт новеньких. Эх, Скарлетт не выпадает. А Кабал еще не открыт. Так, я же говорил, не буду это лялякать. Так, тут надо что-то хитрое предпринять. А у него, по-моему, шмотка одета, которая увеличенный урон по всяким там горящим добавляет, да? Черт, как-то тут надо хитро либо рискнуть, коснуть эту козу, либо не рисковать. Рискнем! Ха! Держи удар. Удивительно, что я успел встать в блок. Это реально удивительно. А не, херушки тебе. Не хочу я тебе регенерацию позволять делать. А-та-та-та-та-та-та-та. И не успеешь. Да еще истощение силы сработало. Джейд против Джейд. Хер тебе, я тоже могу контратаковать. Коза, блин. А ну, держи удар. И вот наша сила. Кейно! Думал, выживет. Пикс. Как бы мне не забыть создать тот калечный отряд, а? О, я его, наверное, соберу сейчас. В конце ролика. И таким образом не забуду. Так. Шансы продуть велики, как никогда. Первый боец. Конченая. Я ее не догоняю. Вообще. Посмотрим, что он на нее одел. Или она. О, у нее даже не до конца апнуто вот это, а что это? Оно так странно. 60-й уровень, короче, блин, понятно. Второй боец. Конченая. Ну, по сути, мой любимый боец, можно сказать, в кавычках. Один из сильнейших бойцов в игре, если не самый сильный. Регенерирует. Какая прикольная у нее... Гулька на голове, вот это, что-то я никогда не обращал внимания. Так, ладно. Ну, классический рептилий особо мне не страшен, но будем опасаться его. Все. Гарантий не даю. Никаких. Но буду стараться. Так. Хм.
Сегодня смог немного поспать, ребята, около часа всего лишь за последние сутки. Катастрофически мало для меня. И поэтому я как говно. Уставший. Так, ну как с ней бороться? Как с ней бороться, а? Как с ней бороться? Я знаю как. Get over here, блин. Талант какой-нибудь, спаси. Я понимаю, что на... Чё за мазафака? Надо было, конечно, сливать этот прием на Джейд, но, блин, тут шансы такие, что... Короче, мы хоть одного вынесем, блин. Так, минус один, это радует. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я надеюсь, затащим. 61 кадр. Умри, тварь. Фух, наконец-то. Так, ну втроем одного-то отмудохаем. Ах ты, блин! А чё так быстро у меня копится этот самый сила? Он, зацените, он Джейд уже это... Готова пулять очередной рентген, хотя она только после рентгена, я ее спрятал. Это странно. Короче, ребята, можно тащить любым отрядом. Главное, поменьше триндеть. Это то, о чем я говорил, кстати, в прошлом ролике. И будет все, зашибись. Блин, 16:40, успею я еще одним сыграть или не успею? Малая сказала, что она выходит... С бассейна где-то в 17:15. Ну, я имею в виду с раздевалки. Че, давайте на прощание купим какой-нибудь набор. Где? Вот здесь они. Задонатим, ребятам. Купим вот этот набор, а? Можно было бы реально ими сыграть, как бойцы с картинки. Ну, как вы знаете, я не любитель мешать золото и алмазы. Так, ну че, есть набор с этой козой? Есть. Доступно 2 часа. Один куплю, не буду тратить много бабла. Один куплю, шансы по-любому никакие. И пусть мне повезет. Ух ты, а то у него кунай какой-то, или что это у него какой-то интересный? Такой не кунай, наверное. Какой-то кинжал. И барабанная дробь. Огненные кулаки. Та ты чё? Это было эпично. Так, давайте мы в этом ролике. Ладно. Или. Короче, ребята, всем конец. Всему конец. Можете прощаться, до конца не досматривать. Сейчас Николай соберет тот отряд, о котором я вам говорил. Я надеюсь, они все еще золотые. О, они золотые. Двое из них мастера и один спецназ. А может и не мастера. И внешний мир, короче, еще. Так, почему у меня сортировка идет? Так. Где же они? Где? Великий мастер Сабира. Нет, чуть не то. Вот. Ниндзюцу. Мазахфакер. Читаем дальше. Ниндзюцу. Ой, что я еще вспомнил? Там же на YouTube новые правила. Блин, теперь надо помещать контент у меня для детей или не для детей? Как вы думаете, у меня для кого контент? Плюс 30 к атаке. А, плюс 30 к атаке. Странно. Не к жизням было? Так, давайте я соображу. Какие там были бойцы? Не, это не он. Криомансер Сабзиро. Какой-то Джонни. По-моему, все ХП добавляли. Вот. Джонни есть. Сабзиро и Рептайл там были. Сабзиро и Рептайл. Ловкий, по-моему. Тоже плюс 30 хп. Да. HP. И Криомастер Сабзирыч, который тоже был, это самое, плюс 30. Да. Вот оно, чудо-юдо, рыбакит. Наш отряд номер 3, который будет сразу же после кого?
После них. А потом я и этим сыграю. Возможно, между них вклинится отряд, когда я таки пройду эту башню и сыграю новым кабалом. А может и не сыграю. Так, что там время? Блин, 15 минут. Осилю за 15 минут ролик или не осилю? Вот, 191. Это я должен решить за сегодня 3 битвы и завтра 6 битв. И все будет в шоколаде. Да, через час чем-то я смогу поиграть. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Ник Фрост, Mortal Kombat. И главное, как это, меньше слов, дам больше дела. И тогда все, вы на фракции, у вас будет получаться любым самым калечным отрядом. И я вам это докажу, сыграя следующими двумя отрядами. Пока-пока.